Где же может быть таким... Миша? Он на улице или в помещении? В магазине! Ничего себе, Миша! А вы думали, все просто, что ли? Скажем так, Дани, вот реально рядом со спауном, ты на эти штуки много раз смотрел. На них еще люди приходят посмотреть. Он что, пошел искать? Ну блин, и что? Вот картина, окей, люди пришли посмотреть на... На картину, смотри, да? На картину. Спасибо тебе, блядь. Какого хрена? Антон, дурачок, блядь. Антон спалил ныкуху. Ни хрена тут такое было. Это Канина, Канина, Данина. Если ты нашел ныкуху, то не пизда, братуха. Это Канина, Канина, Данина. Можешь не стараться, Брон, спалит тебя все равно. Розыгрыши, честный дроп, интересные конкурсы. Тебе интересно, где все это можно найти? Заходи на forcedrop.net. Только у нас ты найдешь самый мощный дроп, систему лайфтрейдов, авторские кейсы от топовых ютуберов. forcedrop.net. Бери от жизни лучшее. Нам пора бежать, мы все умрем, брат, гнилая жопа, обжорка скоро выйдет. Пацаны, вы где? Я с вами хочу быть. Нет, это не обязательно, Антон. Говорят, что ты палишь нычки. Да, говорят, что ты палишь. Говорят, что сильно палишь, тычки. Идем к чё, куда бежать? О, вон отсюда. Он через 30 секунд выйдет? Можно. О, нет. Он выходит. Мурло. Он вышел на охоту. О, нет, мы все выживем. А, кажется, кто-то не выживет. Антон не выживет, понятно все. Антон не выживет. Бедный Антон. Я эту нычку просто знал, поэтому типа... Какую-то нычку просто знал обзор. Ой, драту тебе, кто это бежит? Ой, не знаю. Мы так, понимаешь, мы будем очень долго бегать. Миша. Даня. Где ты сидишь, скажи, чтобы я мог убежать. Миш, ни хера себе нычка. Мне тупо некуда убежать. Скажи, когда будешь мимо его комнаты пробегать. Хорошо. Да. Я пробегаю мимо его комнаты. Это откуда, блин? Я не то кинул, блядь! Еще раз, давай. Когда будешь мимо пробегать, скажи. Пробегай мимо. Спасибо. Ну что-то не помогло, по-моему. Ты сам ослеп, что ли? Нет. Ой-ой-ой. Так, теперь Миша. Откуда прилетела? Так, стоп. Миша? Антоша. Чё, блядь? Нет. Артём, куда ты прыгаешь? Эй. Меня нет в этих шкафах, нет. И в этом тоже шкафу нет. Окей. И в картинах тоже нет. Ух, нифига, куда ты запрыгнул. Это нереально тебя найти, Миша, я тебе серьёзно говорю. Почему? Посмотри наверх просто. Стой, обзорка назад. Посмотри наверх, вертикально наверх. Куда ты? Миша! Над дверью. Бля, ща уп... Над дверью? Ну, смотрю, над дверью. Ничего нет? Ну ладно. Да он, видимо, на втором этаже где-то. Я понял. Ладно. Окей, здесь есть... Миша, а это вход или выход? Это телепорт недалеко от лифта, скажем так. Недалеко от лифта? Недалеко от лифта. Это значит, что он где-то в лифте. Что? Налево. Да, туда. What the fuck? What the fuck? И чё это было, типа? Вот, он говорил про подсадку, видимо, всё-таки это. Миша, вас вспомнили. Ты как тут, блядь, оказался? Да, там второй этот, там второй этаж, но сюда же не забраться, как? Ну какого хуя? Я, а как сюда забраться? Миша, бегите, вас спалили. Сторка, там подсказку, обзор, ой, у Миши 35 хп. Серьезно? Ебаный рот. Миш, не двигайся. Ого! А, понятно, как ты сделал. Окей. Ох, альпийская свежесть. Цветочек? Он же только что дал подсказку. Свежесть альпийская. Данил, я напишу тебе, где я. Миша, мы видим, Миш. Ага. Вот так-то это прикол, Антон сейчас был. Ты сам только что хотел ответить, блядь. Подсказывай. Слева горы, справа горы, а вдали Кавказ. Нет, там бояре зажигали свой народный джаз. И Миша там рядом. Да нет, здесь Миша нет. Не бояре, а армяне. Я вижу, как ты бегаешь по снежку. Подойди к броневику. С
сидит такой чёк. Нет, дальнему. Да, 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 вот, вот, вот. Зелёном. Посмотри на одну из ёлок. Антон там, только что спалил сижу. Мишу. Я не слышал, потому что я слышал Мишу. Короче, нет. О, я чуть не сорвался. Вечно зеленая красавица. Миша на ней сидит, ёвай. Здравствуйте. Здравствуйте. Я порал. Это мой нож автотроника. Миша, я тоже нож автотроника. Ты видел эту нычку? А ты откуда знаешь? Я видел. Я понял, да. Что это? Погодите, а вы за собой? Не знаю. А куда она выходит? Я понял. Не знаю. Да, понял, вы за собой, понял. Да. Так что не забудьте сейчас за собой. Да. Блять! Я закрыл. Да я просто случайно. А куда это ведет? Она ведет в компьютерный клуб. Я так скажу. Понятно, ты хорошо говоришь, обзорка, да. Да. Зато хрен найдет. Да времени мало дается вообще для маньяка. Ну, карта маленькая. На Миша, огромную. Миша, вторую знаю, которую ты видел, офигенно. 5, 4, а где Миша остался? Где 3, Миша? 2, 1. Ну, он где-то там, рядом был. Да. Пойдем к Мише, он в той же комнате? Ну, нет, он не в той же комнате. Он, ну, пацаны, короче, похер. Ты не найдешь. Го челлендж. Да, не, наоборот, шорка, он же не найдет нас. Давай, иди к Мише. Не надо, он рыскает. Вон он! Кто? Где? Данил, ты спалился. Ты думаешь? Вас спалили. Вас обнаружили. Уйди! Даня! Вы чё, он чё, серьёзно? То есть ты не спалился? Я думал, ты спалил ещё и обзорку. Нет, забавная херня, он спалил, но он не спалил. Офигенно. Окей. Антон, ну хотя бы одного найди. Так нереально, чё вы телепорт нашли? А зачем не показали? Нет, Данил, он прямо! Говно. Дверь не... А почему дверь не открывалась? Бляха, муха! Что? Иди сюда! Иди сюда, мурло! Просто беги, забой. Данил, беги! Сука, Мишу не найду, хоть одного, блядь, еще убью. Ты же убил одного. Капец. На все спалил, Даня! Что? Спалил? Серьезно? Да, спалил. Где сотащить телепортатор просто от бога? Антон, угадай, где я? В моем спауне? Нет. Ровно 5 секунд назад я выиграл это дело. Я на дереве был. Погнали. Надо какую-то мычку, которую сюда. Данил не знает. Мычку, отмычку. Он знает ее, ты че? Миш, ну мычку да, тоже Данил знает. Какую? Блядь. Я все нычки знаю, ну, ребят, ну че? Да, она такая. Обзорка лагает. Обзорка, че с тобой, не да? Лагай. Все нормально? Ты лагаешь, нет, как черт. Нет обзорка, у тебя вот такие звуки. You lagging like a bitch? Вы че там устроили за забеги верблюдов нафиг? Топот такой. Кстати, какой звук у верблюдов, ты же знаешь, Данил? В смысле, когда они ходят или когда они типа... Когда они орут там что-нибудь, да? Не знаю, вот я не это слышал. Их звук? Они просто стояли и смотрели. Даня, вот. Дань, ну я тебе да. Это... Там потом подсказочку небольшую оставлю, друг. Да? Да. Да. Знаете, хорошо. Но он вышел! Да ты что, ты серьезно? Оу, я. Капец, Дань, только не лагай, Мурло. Только не лагай, Дань, выйди на лед и посмотри на лед. Там весь граффити, у тебя подсказочка такая красивенькая. Да ты что, ты серьезно? Данил, выйди на улицу и посмотри на граффити, мудак, не поднимайся. Сейчас я выйду, этаж. я выйду, заблудился. Не поднимайся на второй этаж! Ах ты мерзость. Он опять это всюду видит. Что за хуйня, что за нычки ты находишь постоянно? Обзорка, умри, посмотри, где Антон спрятался. А, ну просто да. Или ты сам с ним сидишь. Сучок! А почему? Да ладно! Данил, выйди на улицу! Данил, выйди на улицу, новую подсказку даю. Я на улице. А чё, ты как думаешь? Миша, ничего себе это... Хорошее место, да? Да. Вот где Антон, я только не понимаю.
Охренеть, его наверху. Ах ты мудак! Ушлёпок. Сидел, ждал его там, а он, козёл, сидит на месте, не уходит никуда. Ты посмотри, какая наглая морда. Антон, ты попутал, что ли, а, Антон? Мне кажется. Ну ладно. Пока, Антон. Ушлёпок, где ты? Карусель, карусель. Убежал? Серьёзно? А ты чё, блядь? Антон, блядь. Нет, нет, Антон. Нет, Антон, не вздумай. Даже, блядь, не думай. Сука. Антон. Вот и минус, Антон. Миша, ты чё, сука? Миша, блядь. Зато я смог убежать, спасибо, Антошка. Ты как? Ага. Ты, там, там было... А, не, не было места, ладно. Я возле лифта был когда-то. Там никого не было, Дань. Дань, выйди на улицу. Вы меня обманули, сучка, он был на улице все это время. Ушлёпок, он был на улице, дезинформировали, говнюки. Где ты сидел, Миша? Бегите, голубцы. Голубцы. Смотри, смотри на эту, блядь, просто охинею. Подождите, пацаны, свалил! Мы не помещаемся все сюда! Вы дебилы, вот. Что ли? Пошел вон! Пошел вон, там? Жопу видно! Сам пошел, сиди здесь лучше! Тихо! Антон, да, пошел вон! Мы сдохнем! Пошел вон! Я хочу выйти, я хочу выйти! А не выйдешь ты уже, все, он через минуту выходит. Я не мурлок. Сидите, Антон, пожалуйста. Присядь, пожалуйста, я уйду. Нет, пожалуйста. Антон, не прыгай, ты не уйдешь, ты будешь с нами. Мы как братья, понял? Я не хочу с вами сидеть, Антон, блин. Сиди здесь, сиди Антон. Тихо. Антон, спасибо. Присядь, как обзор. Нет. Что, тихо, что? Он идет сюда, он уже идет сюда, Антон, нельзя. Вы что, видите меня? Антон. Лехомуха. Конечно, мастер. Антон Окей. прыгает, там бесится, у него пердак рвет. Смотри, он прыгает. Миша, иди уже в туалет, закончи с этим, Миша. В туалет все-таки, да? Да, в туалет все-таки. Вы в Антон, вы нычки. Антон, я слышал, нычки. Как что-то. Выпусти меня, он же в нычку залезет. Нет. Только ну, тихо. Ну пока. Окей. А кто убежал, Антон? А как он убежал? Хорошая нычка была, Антон, спасибо большое, рад, вообще доволен. Я уговорил, свали, выпусти меня, я волновался. Да. И куда он свалил? Дратути! Дратути, Антон! Спасибо. О, обзорка, обзор моя. Шо, пацаны? Жопа скилла, обзорки, да, и поэтому... Нам нужна нычка, которую не знает обзорка. Ага, таких, в принципе, много. Все на карте. Да, все на карте, да. Я буду... О! Миша, нет, Миша, это плохая Миша, нычка, Миша. Миша, нет, Миша, это простейший, да? Данил, а как ты попал туда? На ту штуку? Вот я ищу. Это, по-моему, было... Где он там где-то? Найдешь, скажи, где это было. Да я сам не знаю, где это было. Там где-то. Кажется, Данил сейчас найдет, короче, это такой типа... Где Данил? Да не здесь. Он через 20 секунд выйдет. Да. Нашел, Миша? Нет. Миша, стрибай. Нашел! Где? В какой комнате, Миша? Бежи нахуй наверх! Скорее! Я понял. Закройте, ублюдки! Да. Быстрее, Данил, быстрее. Заходи. Аккуратненько. Я, если что, страховка. О, здорово. Где? Давай. Миша, ты ушел? Да. Поехали. Здорово. Это что такое еще, блин? Это обзор еще вышел. А? А как отсюда спуститься, Миша, сколько у тебя хп? Что такое? Я кинул гранатку тебе, обзорка. Не понял. Не, сиди, нормально, Антон. Нормально, Антон. Сиди, чё ты побежал? Сиди. Давай. Нет, убивай его, Данил, закидывай гранату. Закидывай. Он убежал, всё. Давай, я не вижу ничего. Так ты стой там, смотри, чтобы они не убежали. Давай. Нет, блядь, Антон, ты не смеешь, ты не посмеешь. Давай не спали. Данил, попробуй вот туда вот. Чпок. Нет, там ничего нет. Да. По-моему, там что-то нечистое происходит. Мы договорились с Антоном, то, что он рассказал. Пацаны, ты не понял. Чё это было вообще сейчас? Вообще.
Не понял, непонятно. По-моему, он все понял, Данил. Какого хрена, блин, вы не страховали меня? Данил, встань по центру, пожалуйста. Нет, Миша, сам не понял. Что за платформа? Какого хрена вы меня страховали, мудаки, блядь? Серьезно. Он точно не спалил, Антон? Я не спалил ему. Он спустился вниз. Окей. Это жесть какая-то. Вниз. Значит, это второй этаж. Твою мать, Антон, язык твой лошадиный надо вырвать. Даже способный парень. Ну, кстати, тут несколько комнат какой, типа. Данил. На пизда! Он всех, просто всех. Анимированные не выигрывают раунд, что? Сейчас Данил скажет. Что за хуйня? Что это было, блядь? Какой анимированный? Если бы не про второй этаж, я бы не понял. Ай, Антон.